утро. Всем доброе утро, девочки. Меня вчера опять отругали мои подписчицы. Причем сразу две. Говорит: Светлана, ну что такое? Вот мой муж единственный сторис, чьи смотрит, это ваша. Почему вы все время говорите доброе утро, девочки? Здравствуйте, девочки. До свидания, девочки. Вообще-то мальчики вас тоже слушают. Вот. Но я по статистике сразу вспоминаю про статистику, она там не видна, где я могу посмотреть процентное соотношение мужчин и женщин, которые читают мой профиль, и у меня, между прочим, 18% мужчин. Вот такие вот дела. Так что доброе утро и мальчики тоже. Вдруг мальчики нас сегодня тоже смотрят. В Москве шикарная погода, наконец-то. Сейчас вот 19 градусов. И я счастливая до безобразия, потому что я еду на маникюр и педикюр к своему мастеру Ане, к которой я хожу уже, по-моему, лет 7. Я езжу за ней. Тут, куда она, туда и я. Раньше она работала в нашем доме. И я спускалась в тапочках. Вот. А теперь она ушла, открыла свой, ну, как кабинет маникюрный. Переехала, и я все равно езжу за ней, потому что сколько бы я ни меняла мастеров, но, в общем, кто знает, у кого есть свой мастер, вы меня поймете. Это когда идеально сделано и маникюр сам, и идеальная, как выровненная ногтевая пластина, никаких бугорков вот этих на лаке, ничего нет. Поэтому сегодня у меня маникюр и педикюр, я сегодня проспала. Вот, в общем, Лёлька уехала в садик. Садик у нас до 1 июля, и я очень надеюсь, что наш дорогой и самый любимый лагерь, в который мы ездим, в который мы отправляем детей уже не первый год, я очень надеюсь, что они 1 июля все-таки распахнут свои двери. Вчера, когда в пятницу, они написали нам письмо о том, что еще пока согласования идут с администрацией Подмосковья. Вот, по поводу разрешения после карантинного открыть лагеря. Но, девочки, я очень надеюсь, что 1 июля откроется лагерь, потому вы все, у кого детки, мы очень все любим своих деток, но я очень надеюсь, что все-таки лагерь откроется. Прям вот в моей душе теплится надежда. Вот. Хотя вот сейчас на неделю отправляла детей к своей подружке. Она у меня их забрала, у нее у самой двое деток, Марина моя. Ну, кто смотрит мои истории, знаете. Вот. И что-то так мы по ним соскучились. Они должны были вчера к Маринке еще на неделю уехать. А мы... Вот куда ты летишь на пешеходном? Человек идет. Не надо мне сигналить, блин. Обсигналились. Если женщина вступила уже на полосу пешеходную, блин, что сигналить стоять? Извините. С кем я сейчас разговаривала? Непонятно. Меня просто возмущают такие водители, когда не уступают дорогу пешеходам. Ну так вот. И мы так по ним соскучились, что не захотели их вообще на этой неделе отпускать. И у меня вчера просто был какой-то сумасшедший совершенно день. Меня ругает девочка, с которой я сейчас худею, за то, что я вообще просто непонятно во сколько ложусь, а с 11:30 ночи до 2 часов ночи что-то там вырабатывается, блин, что помогает худеть. У меня просто вес стоит намертво. Вот. Ну, еще как бы тут критические дни влияют, но тем не менее. Вчера был совершенно сумасшедший день у меня по работе. Просто вообще какой-то вот со всех сторон, понимаете, все, чем... Ну, у СММщиков и пиарщиков не бывает выходных дней. У нас нет вообще графиков выходных дней. Мы работаем тогда, когда надо, здесь и сейчас. Вот. И я вчера пошла с Лёлькой там кататься на велике. У нас здесь вот этот район, где мы живем, академический, он такой зеленый, я его обожаю. Не знаю. Просто вот все зелено, идешь, у нас такие классные парковые дорожки здесь, парковые зоны.
И я вчера просто убрала на полчаса телефон в сумку, просто шла по парку и разглядывала деревья, ну и ребенка, естественно, тоже. Такой кайф был. Надеюсь, что скоро у меня будет поспокойнее. Я, может быть, даже в Инстаграме немножко уйду тоже в отпуск. Потому как это отнимает очень много силы и очень много времени. Кто я по образованию? Я там одним глазом вопрос увидела. У меня два образования. Первое образование – учитель английского языка. А второе образование у меня – менеджмент управления. Я закончила университет управления в Москве. Закончила его с красным дипломом. Хотя совершенно не отношусь к людям, которые называют себя ботаниками, вот, или про них так говорят. Я человек совершенно креативный, безбашенный, и никогда ничего не заучивала. Что-то где-то так, ну, где-то подсписала, где-то подсмотрела. Это те предметы, которые, ну, вообще меня не вкатывали. Тот предмет, который мне нравился, мне даже его учить не надо было, я просто раз и все, и готово. Вот, я и сессии досрочно сдавала, потому что я в то время работала официанткой еще. Вот, такие вот дела. И потом еще я защитила кандидатскую, так что я еще и кандидат экономических наук. Нахрен мне только все это надо было? Не знаю. Лежит, пылится, можно только попку подтереть. Теперь всеми бумажонками. Поэтому для своих детей я совершенно не стремлюсь к тому, чтобы у меня дети были отличниками. Мне это совершенно не важно. Мне гораздо важнее вложить свое время и воспитание в то, чтобы у меня ребенок вырос человеком. Да, чтобы у него была там добрая душа, чтобы он был сообразительным, отзывчивым, чтобы он понимал, что уважение и благодарность — это важные компоненты человека. Вот. Ну, в общем, я в него вкладываю немножечко другое. А учеба, ну как, он у меня хорошо, Сашка, Олька-то только пойдет сейчас. Санька хорошо учится. Санька хорошо учится, закончил год без троек, там пятерки, там 3-4. Мы его не пинаем. Ну, я, естественно, дневник-то проверяю. Сейчас, девочки, пардон, немножечко оранжевый. А мы что, не на Феррари, что ли? Вот, так что мы его не пинаем. Он у нас самостоятельно, ну, у него, например, он ненавидит русский язык и литературу. Ну вот просто. Просто по литературному мы еле вытянули на 4. Я говорю: Сань, ну как же так? У тебя, говорю, мама такая, так хорошо пишет, так хорошо говорит. И книги я в детстве запоем читала. Но все детки разные, и не надо об этом забывать. Вот. Вроде грамотный парнишка. Там, где неграмотный, подзанимаемся. Но на учебу точно. Ну, спасибо большое, что места, конечно, все заняты. Так, ну ладно, тогда мы сейчас вот сюда прокатимся. Сейчас, минуточку. Тема-то эфира вообще сегодня другая. Ну ладно, придется вот к стоматологии поставить, что ж делать. Я даже на маникюр с педикюром с собой беру компьютер всегда, потому что много я там времени провожу. И сейчас вас отсюда заберу. Есть немножко. Нянька сейчас ругать будет, что я так насильно опоздала. Вот, сегодня такая, что-то ехала, пока в эфир не вышла, такая интересная голову мысль пришла. Думала, вот знаете, про людей, которые сходят с дистанции рано, не добившись своих целей, не доходя ни до чего. Вот, кто-то к успеху приходит очень быстро, кто-то до успеха идет. И 7, и 8 лет, да?
А есть такие люди, кто берет и сворачивает сразу. Пришел работать продавцом в магазин. Не получилось получить зарплату в первый месяц. 150 тысяч рублей. А вот. И он берет и сворачивает. Сейчас. Сейчас, мои дорогие. Сейчас. Привет, моя рыбка. Прости меня, пожалуйста. Прощаю. Сейчас. У меня эффект, как всегда. Ты уже должна привыкнуть. Я говорю, девочки, одну секунду, не переключайте. Сейчас я быстро тут. Ой. Сейчас. Что, мы маникюр начинаем? Да? Все. Сейчас я вас поставлю. Зай, мы можем потише немножко сделать? Сейчас, минуточку одну. Сейчас. Ну, скажи сразу с длиной, что делаем. Ой, ну что, убираем, посмотри на мои ногти. Ты меня не видела сколько. Что? Ты хочешь еще подрастить? Я боюсь, вау, что я тогда и ногами, и руками уже вот так вот буду просто цокать. Просто уже вот так. Немножко будет звук, но вам должно быть все равно, меня хорошо слышно. И я читала одну очень такую классную фразу, когда одному человеку сказали: ты уже испробовал все способы, тебе еще не надоело? А он сказал, что, вы знаете, я не тратил свое время, да, я потратил 999 способов для того, чтобы найти тысячный верный. И я, конечно, сейчас, ну, сказала своими словами, там как-то это так очень красиво звучит, не запомнила я. Вот, но фраза была очень хорошая и очень такая показательная. И знаете, вот даже очень интересно, я когда была вот на регрессии на курсе, были девчонки, которые сошли с... Их было очень мало, нас было тогда уже 1500 человек в чате. И две, по-моему, девочки после первого урока или после второго, значит, решили прекратить обучение. И я, знаете, мне всегда так интересно, я смотрю на таких людей и думаю, вот что человеком движет. И ведь он же пришел сюда с запросами, да, с какими-то, чтобы решить какие-то свои, ну, проблемы, там, я не знаю, отсутствие денег, там, да. Но почему не возникает в голове вопрос, что ты опять делаешь что-то не так, что ты опять не доводишь все до конца, ты в жизни эту линию несешь. Ведь смотрите, что такое регрессия, она накрывает не всех и не на первом уроке, а первый урок — это вообще как вводный урок, и там даже еще нет регрессии. Но у человека не получилось с первого раза, да, погрузиться вот в это состояние, и он берет и говорит: не, все, вообще, способ говно, все говно, я пошел. Понимаете, да? Вот вы должны задуматься, вот когда я вам сейчас рассказываю вот эту вещь, что вы вообще по жизни доводите до конца, сколько вы бьетесь вот в эту закрытую дверь, прежде чем она откроется. Это надо вспоминать всегда сказку про лягушку, которая взбивала у нас молоко. Их было две, да? Одна, простите, сдохла, а вторая взбила и выбралась. И вот когда я не знаю, что мне, вот у меня бывают тоже сомнения, да, и я всегда вспоминаю эту вот маленькую и очень умную сказку, и никогда не останавливаюсь, вот. Пишут девчонки, что есть вторичная выгода, обесценивание всего, но не искать в себе причины. Безусловно, безусловно. Еще, знаете, мне сейчас так как-то странно, мне девчонки присылают в директ скрины. Вчера вот прислали скрин от одного мужика, тоже психолога, что, ну, задают ему вопрос, причем не ему задают вопрос, они сами себе задают вопрос, эти психологи. Вот, такие смешные. Что вы думаете про регрессию? Ну, что-то там такое. И вот они пишут: это все фигня. У меня вопрос. Вот смотрите,
Вот я наблюдаю за Валерией. Многие из вас сейчас вот пришли на ее курс «Регрессия деньги». Когда ей задают вопрос, вот просто по-человечески сейчас, да, вот как вы там относитесь, даже фамилии называют, там, к тому, человек всегда отвечает, что я с огромным уважением отношусь к своим коллегам и к методам, которые они используют. Почему другие коллеги позволяют себе, видя, меня знаете, что удивляет? Вот у меня в директе, я вчера выложила 1/100 сообщений, которые мне пишут девочки после предыдущего курса освобождения. Вы видели, какие это, это вот просто крик души, да, это даже не назовешь по-другому. Почему, уважаемые вот эти вот товарищи, которые называют себя профессионалами, почему вы видите, вот если вдруг вы меня слушаете сейчас, почему вы, видя результаты людей, позволяете себе сказать про вашего коллегу, который владеет тем, чем вы не владеете, плохо? Ну кто вот вам позволяет это делать? Это зависть. Что это такое? Вот что это такое? Я не понимаю. Для меня это вообще просто вот загадка. Знаете, у меня тоже есть свое СММ-агентство. У нас много и коллег, и конкурентов. И если у нас, например, под завязку, я могу своего там коллегу-конкурента порекомендовать. Я отзываюсь с уважением. У них свои методы, там у нас свои методы работы. Я не понимаю, почему так ведут себя люди. Из-за слабого сигнала. Наверное, что-то получится. Включилось, может, слово? Нет, ничего, подожди-ка. Может, ЛТЕ включить мне? Девочки, вы меня там как? Слышите, видите, а? А то у меня показывает, что у меня слабый сигнал. Меня слышно, видно, напишите коммент. Все норм, да? Ага. Сейчас пилочка немножко пошуршит. Ну, не немножечко, конечно. Вот. И я говорю, вот когда мне скидывают такие скрины, вот этот высер в сторону вот этих, в сторону регрессии, я как человек, который это сам прошел. Что такое у меня? Вообще не пойму. Угу. Странно. Подвисает малёха. Норм. Я как человек, который все это сам прошел. Почему плохо видно? Все хорошо слышно, пишут. Пока что слышно и видно. Ну да, у кого, значит, плохо, это у вас что-то с интернетом, значит, не у меня. Да, и я вот как человек, который все это прошел, и не только я, да, и там мои подруги, и... Я уговариваю своих друзей-блогеров, просто уговариваю проходить, потому что я говорю, что ты попробуй, вот ты просто попробуй, вот не надо вертеть у виска, просто попробуй, и они проходят, это как, вы сторис мои смотрели вчера, я выложила мужа своей подписчице, отзыв от нее, когда он крутил у виска, и... Ну, потом вышел с квадратными глазами и сказал, да ну нахрен, пошел-ка я хлопну рюмашку. Понимаете? Вот так-то. Так. Сейчас вопрос был. В регрессии вы видели себя в прошлом в одном образе? У меня было несколько. Я была в двух своих жизнях. И там я видела, как я умерла. Вот. Ну, а ты смотришь как кино. Это вообще не страшно. И когда идет регрессия, значит, Валерия, ну, вот ты, у тебя идет регрессия, да, ты просто лежишь с закрытыми глазами. Потом, например, она говорит, а теперь откройте глаза и запишите, что вы сейчас увидели, потому что вы потом не вспомните много чего из того, что вы готовы записать сейчас. Вы будете записывать сами свои какие-то убеждения, она будет задавать вам специально наводящие вопросы, вы сами будете на них отвечать. И у вас получится такой, как вот, некий скрипт, и вы потом его будете перечитывать, и
будете находить что-то для себя новое. Вот. И вот у меня после регрессии прошло уже достаточно много времени, и я до сих пор перечитываю свой скрипт, да, что я видела. И это, конечно, очень впечатлительно, очень интересно. Вот, если кто сейчас находится уже на курсе «Регрессия деньги», девочки, вчера, вот сегодня у вас в 10 утра начнутся уже настоящие занятия. Но если вы еще не успели просмотреть вводный урок и первую, как она называлась-то, господи, «Место силы», ну, как регрессию, первую предрегрессию «Место силы», вам это обязательно нужно пройти. И у вас не будет вопросов, потому что Валерия на первом вводном уроке все просто вот разжевывает и складывает в рот. Вот, поэтому, если вдруг вас не торкнуло после первого раза, смотрите, когда плохо получается? Плохо получается у людей, которые в жизни, в своей, все пытаются контролировать. Вот прям вот сидят вот так вот сжавшись, и прям вот им надо все контролировать. Нужно расслабиться, все отпустить, отпустить все свои ожидания, вот все. Просто расслабиться и идти за голосом человека, который вас ведет. Больше ничего делать не надо. Были те, кого накрывало на пятой регрессии, были те, кого накрывало на шестой, а были те, кого накрыло после. У каждого свой срок, понимаете? И еще такой интересный момент. У меня были знакомые, которые вот просмотрели мой эфир, где я там рассказывала про нашу мечту. И как мы ее приобрели, если вы не смотрели эфир, посмотрите, он висит у меня на моей странице. Если вы его не видите, вам нужно обновить Инстаграм, вот, и вы увидите эфир. И мне пишут знакомые, там, ну вот скажи, Свет, а мне надо это пройти? Я никогда не буду брать на себя ответственность за ваши решения, и это тоже я вынесла после того, как я прошла все регрессии. Это те ошибки, которые, ну, как бы мы несем, да, потому что вы не можете никому ничего подсказывать. Человек должен чувствовать все сам, оно или торкает, или нет. Вы или хотите что-то изменить в своей жизни, или не хотите. Если у вас есть сомнения, вы просто к этому не готовы. Не идите. Никто никого не заставляет, никто никого. У меня была потребность и необходимость. Когда я услышала от своей подруги про то, что такое регрессия, и потом пошла на страницу к Валерии все читать, вот меня торкнуло так, что я поняла, что я пройду у нее все. Вот просто все. Понимаете? Если вас не торкает, если вы ищете, вот вчера там в комментариях у меня, открываю комменты, значит, одна моя подписчица, ну, наверное, раз 5 задала девчонкам, которые уже прошли регрессию, разные вопросы. Нет, ну а вот что вот вы там увидели? А вот это вот точно так? А вот, нет, ну вот вы расскажете. И вот, вот такие вопросы я ей пишу. Вот вы сейчас для чего задаете эти вопросы? Вы хотите себя найти какую-то зацепку для того, чтобы туда не идти? Не ищите ее, просто не ходите. Ваше время еще не пришло. Вот когда вас припрет, когда торкнет, и вы тоже придете. Просто зачем пытаться себя переубедить? Для чего это делать? Для чего? Я не понимаю. Я вот, кто не читал мои сторис со вчерашнего дня? Девчонки, кто-то вообще брал кредиты на вот этот курс. И я прям выкладывала скрины из нашей группы, вот из нынешней, которая сейчас вот уже, когда они пишут мне, да как такое вообще может быть? Я взяла кредит, а мне пришло в 2 раза больше, откуда не ждали, или там мне долг вернули. У одной ПФР двойная выплата пришла. Ну, то есть какие-то вещи происходят. И девочки пишут, да как же так, еще ничего не началось, а у меня уже поперло. Еще много вопросов про индивидуальную регрессию и вот эту вот, ну, назовем ее групповую, да, вот этот курс. Понимаете, на меня больше впечатления произвел курс. Потому что на курсе есть нейрографика с регрессией, в индивидуальной регрессии этого нет. На курсе огромный поток людей,
у которых вдруг начинает что-то происходить. И в этот весь поток он обрушивается на вас. Отвечу сразу на вопрос, надо ли читать чат, а он огромный, там уже очень много народу. Чат бояться не надо. Вы туда можете заходить по мере необходимости. Например, если вам нужно туда скинуть ваш отчет о пройденном уроке, или у вас есть вопрос, вы там ставите хэштег, пишите вопрос, задаете его, вам отвечают, или да, и вам совсем не обязательно читать все, что там пишут, но я вас уверяю, если вам захочется прочувствовать энергетику, вот эту все, что на вас будет идти, вы можете иногда заходить в чат, просто пролистывать, где-нибудь ткнуть пальцем, и ваш палец становится именно там, именно на том сообщении, которое вам надо прочитать. Если у вас есть свободные 5-10 минут, просто откройте чат, просто почитайте, что происходит у людей. Это тоже нереально работает. Вот, так что вот такие вот вам советы от бывалой. Я тоже в чате, я тоже буду с вами делать все с сегодняшнего дня. У меня муж тоже в чате. Надеюсь, что он уже присоединился. Сейчас его дерну. Вот. Так что мы в чате. Муж, конечно, вряд ли будет что-то скидывать. Он стесняется. Хотя, может, и будет отчеты свои скидывать. Мужчины обычно стесняются, но их там тоже достаточно. Так что вот такие вот дела. Я вам всем, кто сейчас уже на курсе, желаю прекрасного путешествия. Я уверена, что вас торкнет. Не завтра, так послезавтра, как говорится. Всем по готовности, и у всех будут результаты. И когда закончится курс, вы будете наблюдать интересные вещи в своей жизни, потому что после регрессии, вот после вот этих курсов, внутри вас происходят изменения и снаружи, и это не останавливается. Это не так, что, ну как, поработал и больше ничего. Нет, там такой пролонгированный эффект, и эффект очень крутой. Так, ладно, сейчас почитаем, что девчонки. Ой, девочки, столько сообщений. Так. Добрый день, спасибо за поддержку. Вы человек с огромным добрым сердцем. Я поняла, спасибо. Я поняла, почему вы сообщение-то написали. По нику. Здесь просто по нику, а я уже привыкла, что в Инстаграме у нас теперь там имена. Благодарю вас, я это сделала от души. Так. Ответьте на мой вопрос, он в директе. Эльза, у меня не стоматолог, я на маникюре сижу. Как у меня может работать стоматолог, если я с вами общаюсь? Он заднее место, что ли, мне пилит машинкой? На ваш вопрос в директе с этим все сложно. У меня в директе просто... я даже подумываю отключить комментарий для того, чтобы его разобрать, потому что... Ну, я имею в виду ответы на сообщения, потому что это просто... Я понимаете, все люди пишут мне... вот просто полотна благодарности и добрых слов, и я всем отвечаю. Я не могу не ответить человеку, потому что он пишет не стене, да, и у меня на это уходит очень много времени. Есть девочки, которые сомневаются, что в директе отвечаю я, и пишут. Да, даже если вы не Светлана, а ее помощник, то все равно... там трам-пам-пам, я беру голосовое, здравствуйте, нет, это я, Светлана, вот, но все удивляются, потому что я знаю, что блогеры в директе не отвечают, и таких, как я, очень мало, но тем не менее, никому я свой аккаунт не отдаю, отвечаю в нем всегда я, так что, если у вас есть какие-то вопросы, мысли, пожалуйста, пишите. Вот, но имейте в виду, что я очень могу долго не отвечать, если у меня в директе просто шквал сообщений. Фломастеры и карандаши не нужны в первый день, они нужны вам для нейрографики, и они вам нужны, вы увидите, у вас же есть у всех расписание уроков.
нейрографика, не помню какой по счету урок, у вас прям будет написано урок по нейрографике. Вот тогда вам понадобятся фломастеры, бумага, скотч, карандаши. Я на самом деле вот вам, кто первый раз только пришел на курс, немножечко завидую, потому что вы еще не знаете, что вас ждет. Вот. А так как я уже нейрографику проходила, и у Валерии необычная нейрографика. Нейрографику как бы, ну, много кто дает. У нее нейрографика с регрессией. Это вообще авторская, такого нет ни у кого. В общем, это очень круто. Как я вышла на Валерию? Рассказывала много раз эту историю. У меня есть подруга Ира из Екатеринбурга, Ира Вог. Она тоже есть в Инстаграме. И грустно я вышла на Валерию, на самом деле, очень грустно, потому что Ира 24 июня будет год, как она похоронила своего сына. Очень грустная история, талантливый очень мальчик, который учился в театральном университете, жил в Китае, подающий надежды, знающий языки, профессиональный мотогонщик, и который не просто мотогонщик, а он на мотоциклах ездил, ну вот эти, как фри. Ну вы поняли, да, не просто вот по дороге-то понятно, само собой. Ну, в общем, погиб он в Китае за рулем мотоцикла, и его просто подрезал китаец, и мальчишка улетел в отбойник. Вот такая вот жуткая история. Забрала его стихия с собой. И мы на связи с Ирой, естественно, были все это время. И я об этом узнала, когда я была на годовщине свадьбы у своей подруги, у Полины в Монако. Может быть, помните, я тогда еще выкладывала... Сейчас, девочка. Анютка пошуршала немножко. И я тогда выкладывала сторис, когда... Ну, мы там... отжигали, и потом вот мы узнали, уже я вылетала в Москву про Гришу, и, конечно, мы поддерживали Иру как могли, и вот тогда я зашла, очень долго не была я какое-то время в чате, была загружена в чате с подружками, и я зашла в чат, и там было сообщение от Иры, что я увиделась с Гришей, я была в регрессии. Я думаю, какое-то слово новое вообще, даже такого не слышала, хотя я человек, который читает много, интересуется, и ну, такими вещами тоже мне интересно. И вот тогда я спросила, кто это, что это, потому что регрессия дает возможность не только уйти в прошлое, но и она дает возможность увидеться с теми людьми, которых давно нет в живых, и которым вы что-то не успели сказать или задать какой-то вопрос. Вот. Ну, в общем, Ира потом рассказала, она потом пошла еще раз в регрессию, она хотела узнать, кем она сама была. Я сейчас, извините, пожалуйста, это у меня тут что-то прервалось. Сейчас, минутку. Я не буду рассказывать про встречу Иры с Гришей, это очень личное, я про это знаю, но это, как говорится, немножко уже не мое. Вот, поэтому потом она пошла, вот откуда вообще это все пошло, она пошла в прошлую жизнь, и она увидела себя в Монголии в каком-то там, блин, 16-17 веке, а у нее такая уира внешность своеобразная. И вот когда она сказала, я себя видела в Монголии, я реально ее слушала, открыв рот. И она плела там украшения и видела какие-то монеты. И после того, как она закончила регрессию проходить, она нашла ответы на свои вопросы. Она полезла в интернет изучать вообще Монголию, правила, все, вот все читать. И когда она мне скинула старинные монеты и украшения и написала мне фразу, Света, вот я плела вот это, и вот эти монеты я держала в руках, в точности эти. Конечно, пачка-то моя подотвалилась еще ниже. Я, собственно, и таким образом узнала про Валерию. И вот тогда я прошла первый курс ее, и потом уже
я попала к ней на личную, ну, на личную регрессию. Я знаю, что она сейчас на личной регрессии закрыла доступы. Вот, но я успела, и мне есть чем сравнивать, и я вам скажу, что курс – это просто такая мощь. И вы там можете получить то, чего вы, ну, не получите в личной регрессии. Это очень круто. Сейчас очень много вопросов. Отмотаю опять. Какие психбольницы, там кто-то пишет, в регрессии вы… В полном сознании. Я даже в индивидуальной регрессии заходил в комнату муж и говорил: «Зай, где у нас там то-то?» Я открывала глаза, отвечала ему, закрывала глаза, и все. Ты просто… Вы знаете, какое у меня было ощущение? У вас тоже такое будет, кто сейчас уже на уроке. Ты лежишь с закрытыми глазами, а у тебя бегают зрачки. Ты пытаешься просто рассмотреть все, что у тебя вокруг. Но вот это ощущение, что ты как будто в кино. Ты просто смотришь на свою жизнь со стороны, но ты понимаешь, что это ты. Нет, это неправда, что регрессия очень сложное дело, и не все могут оттуда выйти. Это полная чушь. Просто я такой чушь, я даже такое не читаю. Вот перед вами сидит человек, и еще на потоке освобождения нас было 1500 человек. Вот, и… Поверьте мне, это распространяют просто, это какие-то, я даже не знаю, ну вот как хейтеры, фейковые какие-то вещи, ну это просто такая чушь. Вы не можете оттуда не выйти, потому что это медитация. Ну это просто, это не гипноз, как вы можете оттуда не выйти, ну вот сами подумайте. Поэтому прежде чем кому-то поверить, я очень советую любой вопрос изучить. Первый урок уже будет, да, через 2 минуты. Совместный ли мой это проект с Валерией? Рассказывала, как я пришла к Валерии, и такой вопрос, но я вам на него отвечу. Я неделю назад сделала Валерии предложение стать ее личным пиарщиком, и Валерия приняла мое предложение. Поэтому я сделаю все, что в моих силах, чтобы о ней узнала как можно больше человек, потому что я искренне восхищаюсь этим просто человеком, который все перевернул в моей жизни. Вот. Девочки, я буду отключаться, поэтому никто не бойтесь. Я там тоже с вами, вот, и сегодня нашла, это оказалось Испания и малыш испанский. Знаете, в чем шок? Я не знаю, спасибо, пожалуйста. Я думаю, что вам еще придут ответы на многие ваши вопросы. Все, мои дорогие, я отключаюсь, буду сейчас работать и буду смотреть вводный урок вместе с вами. Все, пока, всех целую.